В этом году исполняется 100 лет со дня образования отдела Министерства внутренних дел России по Лабинскому району. Эта дата воплощает в себя целую эпоху, историю и судьбы людей. За эти годы произошло немало перемен. Менялась наша страна, менялась структура органов внутренних дел, но цель у сотрудников была, есть и остается неизменной. Обеспечение безопасности и спокойствия людей, защита их прав и интересов, сохранение стабильности. История отдела Министерства внутренних дел России по Лабинскому району хранит в памяти многие замечательные даты нелегкого становления правоохранительных органов в Лабинском районе. Становление и развитие милиции в районе берет свое начало с 1920 года, когда распоряжением управления Купчер-Ревкома номер 667 была образована Лабинская отдельская милиция с центром в городе Армавир. Перед вновь создаваемой структурой стояли нелегкие задачи, обусловленные установлением советской власти, необходимостью закрепления успеха пролетарской революции, сопротивлению действующим на территории всей страны бандитским формированиям. Особый период в жизни милиции страны и станицы Лабинской – это период Великой Отечественной войны. Немало проблем принесли для работников милиции и послевоенные годы, когда преступники, пользуясь разрухой, совершали дерзкие налеты на колхозы, учреждения и магазины. Во все времена Лабинский отдел выполнял поставленные перед ним задачи. С каждым годом Лабинская милиция совершенствовалась. Приходили новые люди, менялись кадры. Сейчас отдел состоит из 31 подразделения и различных служб, штатная численность которых составляет 379 сотрудников. За безупречную службу, высокий профессионализм и мастерство двое удостоены государственных наград. 150 сотрудников имеют ведомственные награды. В этот день вспоминают тех, кто отдал свои жизни в борьбе с преступниками, кто воевал во время Великой Отечественной войны, противостоял бандитам в тяжелые послевоенные годы, кто собой защитил мирных граждан. Их именами названы улицы в городе Лабинск, Константинова, Славашевича, Мозгового. Именем погибшего участкового милиции Ковалева названа одна из улиц в станице Засовская. Столетний юбилей отдела сотрудники Лабинской полиции встречают новыми достижениями в службе, четким пониманием своей роли в жизни современного общества, стремлением обеспечить условия для спокойной жизни граждан. На постоянной основе в составе сводного отряда полиции сотрудники отдела выезжают в служебные командировки на территорию Северокавказского региона, где с честью и достоинством несут службу. На протяжении всего времени поставленные перед отделом задачи по поддержанию правопорядка в Лабинском районе выполняются в полном объеме. Ситуация находится под контролем и отличается стабильностью, которая обеспечена усилиями всех правоохранительных органов района. Юбилей отдела – это не просто день профессии и уважения ее лучших традиций. Это день отваги и бесстрашия, чести и служебного долга. Это праздник тех, кто днем и ночью несет нелегкую службу по охране общественного порядка и обеспечивает безопасность граждан. Кто не привык прятаться за чужими спинами и по первому зову приходит на помощь. Кто не за страх, а за совесть исполняет служебный и гражданский долг. Каждый сотрудник должен хранить в памяти слова присяги. «Служу закону, служу народу». Однажды, дав торжественную клятву, он обязан следовать ей до конца –